Электрорубанок является незаменимым инструментом для столяра и плотника, который поможет быстро и качественно обстругать дерево. Для работы с мягкими породами древесины подойдут устройства с мощностью до 750 Вт, с глубиной строгания до 3 мм, а шириной 82 мм. Для более твердых пород потребуется мощность до 1000 Вт. Такие устройства имеют глубину снятия материала до 4 мм, ширину обработки 110 мм. Мощные профессиональные устройства предназначены для продолжительных и объемных работ без перегрева. Они могут иметь ширину обработки до 312 мм. От числа оборотов зависит качество обрабатываемой поверхности. Инструмент до 12 000 оборотов в минуту будет ощутимо вибрировать, а строгать им получится только узкие бруски и на минимальную глубину. От 12 до 15 000 оборотов используется для несложных задач в быту, а от 15 000 оборотов для профессиональных работ. Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой позволит избежать появления бугристых поверхностей. Глубины строгания в 2 мм достаточно для правильно просушенных досок. Для обработки материалов, которые повело от неправильного хранения, может потребоваться большая глубина и мощность. Учтите, что с увеличением глубины возрастает вероятность появления сколов, а обработка становится грубее. Выборка четверти или фальца позволит сделать прямолинейную выемку с края деревянной заготовки. Параллельный упор помогает движению рубанка на заданном расстоянии от края доски, а ограничитель глубины выборки позволит задавать точную глубину. Рукоятка регулировки глубины строгания определяет минимальную глубину выборки, а сам рубанок – максимальную. V-образные канавки на подошве предназначены для снятия фаски с заготовки. На разных моделях их может быть несколько. Работающее от сети устройство мощнее и подходит для длительных работ. Модель с аккумулятором не будет ограничена розеткой или проводом. Возможность стационарной установки превратит рубанок в небольшой деревообрабатывающий станок. Многие модели комплектуются мешком для стружки, а некоторые можно подключить к пылесосу. Обратите внимание на сторону отвода стружки. Существуют модели, которые позволяют переключать сторону выброса. Щеточный двигатель более надежный из-за упрощенной конструкции, но требует периодической замены щеток, а также быстро нагревается. Бесщеточный двигатель имеет более высокий крутящий момент, большой срок эксплуатации и издает меньше шума. С системой «Плавный пуск» раскрутка барабана происходит постепенно, снижая не только нагрузку на двигатель, но и шанс испортить заготовку. Блокировка случайного включения защитит от непреднамеренной активации инструмента, пока не будет нажата специальная кнопка. Фиксация пуска позволит не держать нажатой стартовую клавишу. Электронная защита двигателя защитит его от повреждений, если нагрузка на инструмент сильно возрастет. Теперь вы можете подобрать нужный именно вам электрорубанок. С вами был ДНС. До встречи!